путешествие по Москве ранней осенью наполняет вдохновением. Это время года придает особый шарм знаменитым Патриаршим прудам, одному из самых романтичных мест в Москве. Всемирную известность патриаршие получили благодаря Михаилу Булгакову, который решил начать действие романа «Мастер и Маргарита» именно здесь. Центр дизайна Art Play – идеальный маршрут для поклонников современного дизайна и искусства. Одно из наиболее ярких событий этого сезона – выставка знаменитого художника Зарикто Даржиева «Лоскутный человек», где автор представляет свое видение современной жизни в большом городе. Москва – это как раз и есть самая яркая иллюстрация концепции лоскутности. Это город контрастов, где совмещаются старое и новое, где рождаются новые краски и оттенки. Благодаря этому ты чувствуешь себя в центре мира. Ты ощущаешь его пульс. В ресторане «Ухват» можно комбинацию старого и нового попробовать на вкус. Бренд-шеф Виктор Белей искусно объединяет современный ноу-хау и традиции русской кухни. Например, варенец в его исполнении стал кулинарным шедевром 21 века. Я помню, как еще моя прабабушка в своей печи в деревне делала варенец, но даже представить себе не могла, что из него может получиться такое произведение искусства.